Что? А видишь, ну, 6. Подобно до Тамтега. Ну то иди мы. Ну то иди мы. Знов сходи. Як би він тут засипаний, ми ж не будемо там лазити. Ну, видиш, то саме, що і на танці. На танці, видиш, пас. Где мы без свято? Давай и снова. Снова себе. Видишь, а могло бы тут влезть. Але сибалом. А ту я и щурку тут сдымывала. Здесь ту мешка такая колерова. Колерова пенькная щурка. О! Ну вот то и слевостронная. Коледзе. Добро, идем мы с поворотом. Идем мы с поворотом. Идем мы с поворотом. Тут улетають різні інсекти. Інсекти. Мокрі знову вістяни. Видиш? От та сама історія, що з тамтої сторони. Та сама історія. Тобі що? Фортифікації. Те саме. Побудовані на один манер, на один манер, чи як там, ну, може щось схилити, мабуть такий високий зрост, 1,83 м, не можемо, зараз вже трохи мені, як 72 лята, ну, ну так і от, вийшли ми. Ну и тут есть дорога. Холедзе. Выходи. Да. Барза добрый. Значит, там, где краты, то есть проводи. Знаешь, трохи залазим. Вот тут краты. Ніч не вимо. Ну і от головний там фасад форту, ну, понищений, зарваний. А тут я був, хіба ні, але тут можна побачити німецьку. Шалих тих мушек. Ну, що дощ, там ті сторони тут обрізали. Бутелька. Бутелька.
Ну, прошу. Хто поїздить, же кожен форт ма свої вади і свої залети. Тим форт ма те залети, як турих і шумовілом, а те вади, наверное, поровня, или я там по подземьям лазил в дунковичках, чи там в Сан-Ридо трохи, да, и в иных фортах, або в Салі-Сагліво, а тут все есть недостępно. Добро, зараз идем и запечем, что там с той стороны. Ну так, тільки заїжджаємо. Ага, ні. Добре, до того ми ще вручимо. Зараз йдемо навколо форту. Бо там дуже руф. У тобанді. Пізніше ще зробимо як людинки. Тобанді це цікаво в будовах. Тунец. И тунец. Ну и ту видишь засыпано, так как бы новомысленно. Добре, ми то ще вийдемо. Забито ж будь в руці, чого зробить дінці. Форт Хаву Гюльтенхауптверк форт расположен к юго-востоку от деревни Уйковицы, обзорчик которой мы дадим на другом канале. Примерно в 500 метрах к юго-западу от дороги Пшемысль-Пручник. Площадь форта, включая участок фортовой дороги без спаренной батареи и соединительной насыпи, в границах бывших фортовых участков составляет примерно 6,9 гектаров. Форт построен в пятиугольном плане с изогнутой горловиной. Работу таким окружает... Кончим это нас. Оглендины. Его форту, колядзе, где мы дали. Может, единое жить, что нам бы было подсобно, то бы еще... зауважить бы еще одно. Форт. Ну, зараз кончимо те нас. Може ще зробити маленький стрім. Ось.
минуту окружает сухой ров. Сохранились остатки шейных казарм с кормой, ведущей в центральное укрытие. В частично сохранившихся казематах убежища располагались два солдатских жилых помещения, два аварийных убежища, туалет и удобный склад боеприпасов. Из укрытия есть пандусы, ведущие во все дворы, так и в заднюю часть к осевому капониру, закрытому при реконструкции форта. Частично сохранились насыпь, защищающая шейные казармы и центральное укрытие, нижняя пехотная насыпь с руинами бронетанковых батарей с позициями четырех бронеартиллерийских башен и двух наблюдательных вышек, а также поврежденный левый противооткатный капонир. К правому плечу примыкает земляная насыпь с пологим уклоном, соединяющая форт с артиллерийской батареей. Что ж, остатний таки шал в тен фортик, бо хіба не вім, чи ми ту вагулі кіди прийдемо, я ж всіско і так зрозумів. А то що ще можна витіснути? Та і ніц, друга займі нам. Или часу, уже, можливо, уж не будет жадных там, а что там написано. Ну, ну, добре, тут так и звикли жить. А, тут.